Банковская система работает в обычном режиме, обеспечена наличностью. В случае выплат пенсии, зарплат, как обычно, наличности достаточно, никто не пострадает, все будет в обычном режиме. Призываю не паниковать, не нагнетать обстановку. Особенно я хотел бы обратиться к пенсионерам. Совсем скоро начнется выдача российской пенсии. В этом месяце она будет раньше, чем обычно, как обычно мы начинали с 18 числа в городе Сухум, далее 20 в Гудаутском районе и далее 24 в других районах Абхазии. В этом месяце Пенсионный фонд Российской Федерации перечислил пенсию пенсионерам раньше, чем обычно, поэтому она будет выдаваться тоже раньше. Просьба к пенсионерам не собираться большими группами у банкоматов с целью получения пенсии, стараться приходить не в первый день ее поступления в целях избежания распространения вируса и сохранения здоровья. Денег достаточно, еще раз повторюсь, не переживайте, всем хватит. Просьба держать дистанцию и подходить к кассе желательно не в первые два, а желательно и три дня начала выдачи пенсии. В целом хочу сказать, что ситуация стабильная, банковская система работает в обычном режиме, все платежи проводятся, наличности достаточно. И самое главное в этой ситуации не поддаваться панике, а спокойно в обычной ситуации общаться с банком, приходить в банк и предусматривать все меры безопасности. Хочу добавить, что многие коммерческие банки, значительно сократив количество сотрудников, впускают в помещения банков по одному, по два клиента, не более, за раз. Я хочу, чтобы вы с пониманием относились к этому процессу, поскольку речь идет о здоровье людей, о здоровье граждан Абхазии, поскольку значительное количество людей, которые одновременно заходят в помещения, небольшие помещения банков, значительно увеличивают риск повышения распространения этой инфекции. И в этой связи хочу сказать, что в этом месяце, опять же, в виде исключения, учитывая введение чрезвычайной ситуации, выдача пенсии, в частности, в городе Сухом и в других городах, там, где при отделениях имеются банкоматы, будут осуществляться исключительно через банкоматы.